Вот наши друзья. Всем-всем добрый, очень добрый вечер. Сегодня у нас необычный праздник на Руси, старый, но все-таки Новый год. Всех поздравляем с наступающим, всем счастья, любви, радости, уверенности в своих силах, умения заботиться не только о себе, но и о ближних своих. И об этом песни у нас сегодня, да, с тобой? Да, только об этом. Шутка, не пугайтесь. Песни у нас будут сегодня, ну и об этом тоже, наверное, конечно. Короче, мы запаслись хорошим настроением чуть-чуть. Вчера очень классно съездили в баню. Да. В лес. Потрясающе. И вот, видимо, об этом мы сегодня будем вам рассказывать. Достаточно молодой, неопытный. Так.
Come together, come together.
Конечно, это табурет хочет. Наш любимый вопрос всегда, если кто еще не понял, у нас такой коллектив. Музыкальный рассказ, давай, Кайран. Создай, пожалуйста, нам атмосферу для рассказа. Thank you.
Don't you know my name? If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw
Спасибо. Тот же вопрос, как всегда. Александр Радовский, гитара.
Ростовский, Александр Родовский, Дмитрий Долгов. Тигран, как ты сказал, как? Нет, нет, это была смесь такая. Everybody. Everybody хорошо, типа такое. Смешное выражение. Да.
Следующая песня называется Papa Dre. Papa Dre. You know who this is? This man is Papa Dre. Знаешь такого чувака? Papa Dre это вообще не чувак, это Papa Dre. Это явление вообще, я бы сказал даже так. Космический корабль подобрел. Очень часто заказывают этого музыканта у нас. Но мы, к сожалению, так ни разу не слышали, кстати, ни одного трека. Вот спрашивают, много же, да помнишь? А можешь вы Papa Dre? Что за Папа? Откуда? Да. Вот мы придумали своего Папа Дре. Сейчас мы поехали. Сейчас у нас туда появится. Такой, да? Папа, да? Окей, чуть быстрее, да. Вот примерно такой Папа. Маленький такой Папа Дре. Папа Дре. Не, нормальный, я думаю, сейчас замутит. Нет, это два человека. Маленький и нормальный сегодня, вот так. Большой или маленький? Нормальный, ладно, сейчас. Давайте будет два маленьких. Папа. Это такой кубинец почти что. А Дрей наш. Наш русский парень, да. Дрей. Это, конечно, это всегда так. Во всех фильмах. Нет, это Андрей, но Ан. Ан нет. Как бы, да? Ан нет. В общем, папа будет сегодня вот такой. Давай, ты папа, я Дрей. Не, очень тяжелый папа. Давай сделаем его чуть полегче. Такой, давай. Опять, он такой, знаешь, это как будто папа пришел к тебе домой и бьет тебе в дверь. Давай так, чтобы он... Может быть, я себя папе задолжал? Может быть. Поэтому давай сделаем так, чтобы папа... Давай, я как будто лежу сплю. Танцевать. Давай, в 7 часов утра. Давай, нет, в 6. В 6 утра. 6. Папа сам спит. Чтобы пободрее было. Ну окей, что? Окей, ладно. Все, так, а это кто у нас? Это? Да. Это человек, вот который это... снимает с тобой квартиру. Ну как будто бы, как будто бы. Это мы, а мы с ним вчера познакомились. Но он к тебе, да, заселился вчера и сразу начал играть на гитаре. Такой. Хорошо. А ты хочешь спать? Я понял. А ты папа, спать. Я Дрей, и папа, он заселился. Понятно. А Дима, Дима, это на самом деле наш, как будто бы, ваш, точнее, домовой. Вот он возникает из ниоткуда и начинает играть на тромбоне. Супер, поехали. Вы уже к нему привыкли, поэтому поехали. Все понятно. Вот, да, вот так нормально будет. I'm going to be
собой тебя стану любить, как мосты над Москвой и рекой. Обниму тебя вздохом земли, и волною обдаст тебя море свободы. Отразится надежда в светлых глазах, птицей морской свободный город будешь парить в небесах. Ты мне скажешь, любимый, замрешь на мгновенье, ты опустишь глаза и поднимешь их вновь, и тогда вдруг далеко горно селени прокричат люди. Мы шагнем за пороги людского ненастья, мы проложим дороги между мной и тобой. По-китайски научимся целоваться и качать головой, обнимая друг друга, веселясь и трезвее, мы проделаем время от зимы до весны, будто малые дети. Поймем, что на свете нет ничего, кроме любви. Ты мне скажешь, любимый, замрешь на мгновенье, ты опустишь глаза и поднимешь их вновь, и тогда в далеком горном селении прокричат люди. Дамы и господа, у нас самолет совершил посадку в аэропорту Внуково. Радовский требует импровизации, что совсем не свойственно. На самом деле, чем следует воспользоваться, я даже считаю. Да. Так, надо посмотреть, что мы сможем здесь сделать. У нас есть зал, правильно? Да. Есть одна штука. Новогодняя тема. Новогодняя тема. Зал и новогодняя тема. Вот что из этого можно купить, Толян? Давай, ты у нас гений этих дел.
пришла смс-ка. Мы лепили пластилин, много нас, а он один. Я слышу уже.
классической музыки у нас тоже не проходит мимо нас. Не, ну это же здорово, когда можно позволить себе петь разную музыку, правда? Вообще и еще так попридумывать разные слова. Я не знаю, вам нравится. А теперь из непридуманного.
Начинается танец Папа Дрей. Он снова к нам ожидается вот-вот с минуты на минуту прийти. Только остается ему написать, в каком темпе он должен сегодня быть. Вот сейчас я выбрал 129. Вроде нормально, да? 129, Санек. 129 бакинских комиссаров. Итак, как говорилось уже ранее, thank you.
да. Дмитрий, во-первых, Толпегов, между прочим, с его замечательным золотым инструментом, которым он может творить невероятные вещи, такие, которые я никогда еще не видел, чтобы не то что тромбонист, чтобы любой человек другой вообще такое делал. Но вот он умеет. И сейчас он вам покажет. Фокус, пожалуйста. Ну, ты нам показывал, что ты... А можно я нормальный фокус играю? Не то, что я вам показываю. Вот сейчас давай так договоримся. Сейчас вот твой звездный час. Да. Если какой ты сейчас... у тебя фокус плавный, вот его и показывай. Не блистанешь все на долгие года. В небытие. Если бы...
Thank you.
Спасибо.
Спасибо большое. Сегодня вот как-то так. Сегодня вот как-то так, да. Дмитрий Толпегов, тромбон. Александр Родовский, гитара. Борис Голик, наше все. Николай Масальский. Спасибо большое. Тоже все, исполнено. У нас два, все, четыре все. Четыре все у нас. Да. Спасибо, всего доброго, наслаждайтесь, живите счастливо. Не позволяйте обиде вас разрушать.